Солнечная погода, меняется здесь чистота. Наконец-то убрано все. Лежит подвес. Солнышко и дождь. И слякоть. Но я хочу покатать. Я сейчас еду кататься, и проблема состоит в том, что я хочу пожарить себе яйца, и сестра спрятала сковороду, хоть она не ее, она обычно прячет вещи, которые ее. Сковорода не ее, еще она выбросила ножи в мусорку, мама после нее мыла, потому что ей не понравилось, что они лежали на столе. Вот так вот. У вас было бы настроение ехать кататься? А у меня есть, оно очень крутое. Привет, дамы и господа, меня зовут Мишаня, фрирайдер с Украины. Я не стритер и не умею катать стрит, ну фрирайд особо тоже не умею, так как у меня нет спонсорства и так дальше, значит не умею. В общем, сегодня я катаюсь как обычно сам и в одиночку очень скучно, и я решил поразговаривать с камерой, точнее сделать не обучалку, просто дать вам совет, как научиться баннибарспин. Нубу, такому как я, например, если вы не умеете кататься в стриту, если вы не умеете кататься в стриту и хотите научиться баннибарспин, и вам очень страшно отпустить руль, я вам просто дам несколько советов, так как я сам его не умею, но минимальные советы, которые вам помогут его закрутить и словить. Не делать его со ступеней, там, с дропа, потому что не умею, а вот на плоскости я могу показать вам, как делать. В общем, давайте по-быстрому. Нужно научиться чикенбарспин желательно. Это очень легко, подходите к стене, зажимаете так вот седло, крутите руль, одной рукой кидаете или ведете, как удобно, второй ловите заранее. Вот так вот здесь ловите. В общем, научились чикен барспин, сделали его там пару раз. Вот, чикен бар, короче. Научились чикен бар, дальше делаете банихоп. В общем, сейчас секундочку, я шапку одену, потому что челка мешает сконцентрироваться мне. В чем вся суть, соль и загвоздка? Я не умел баннибарспин, я его как-то сделал лет 8 назад, первым в городе, и после этого я его не делал больше, думал, что я умею. А потом, когда пришло время его делать, я уже не мог сделать, потому что, естественно, если ты научился трюк, его нужно повторять, чтобы хорошо делать и делать лучше, лучше и лучше, прогрессировать. И теперь я учусь его заново, и тогда я, в принципе, научился его криво, и сейчас делаю, может, уже лучше, по-любому лучше, но недостаточно хорошо. В общем, вся загвоздка и соль, и суть, и проблема в баннибарспине лично для меня. Мне говорят, делай выше банник, тогда получится. Я, например, чикенбарспин могу очень быстро, легко делать с бордюра, откуда хочешь. А баннибар не могу. Почему? Потому что мне страшно. Я сделаю банник, я как-то медленно кручусь и постоянно прицепляюсь, не докручивая руль. Извините за это, но... проблема с носом. В общем, я не докручиваю руль. И все говорят, давай еще выше банник, это все дело в баннике. На самом деле никакой не банник, нифига. Потому что я с маленького такого банника могу сделать барспин, поймать его вовремя. А с большого я не докручиваю, потому что я боюсь. И вот вам мой совет. Попробуйте реально с маленького банника и потом постепенно наращивайте высоту. Не нужно обязательно делать полметровый банник, чтобы успеть закрутить барспин. Если вы можете чикен бар закрутить очень быстро, как я вот, например,
Я даже почти не оторвал переднее колесо. Значит, барспин можно сделать точно так же, просто нужно чуть-чуть сделать еще баник там на 5 сантиметров и все. Давайте попробуем вместе, я вам покажу. Chicken bar и bunny bar. Видите, высота была просто минимальная, я сделал. А если выше, я не смогу сделать. Давайте покажу еще раз. Вот самый минимальный баник, пробую вторым углом. Вот такой вот баник, все. Недостаточно его. Ну это фигня. Еще раз. Это не поймал. Низкий. Вот, лотком учитесь, вам не будет просто страшно, постепенно набирайте высоту. Давайте теперь повыше попробуем бенефоп. Что еще могу посоветовать, кроме чикен барспина, поделать, если хотите, с бенефопа. Просто подпускать одну руку, две руки, приземляться без рук, поделать сетгрэп, табаган, например, вот так вот. Вот сетгрэп, например. Потом можно приземлиться без двух рук, это тоже поможет. Приземляйтесь сначала без рук, вот так вот, как я показал. Так, приземляйтесь, зажали седло ногами, это вам даст тоже уверенность, и постепенно крутите барспин. Могу вам показать, если вы приземляетесь с зажатым седлом без рук, с паника, вам уже будет не страшно крутить барспин, и можете даже попробовать наполовину или как-нибудь закрутить, и ничего не случится, если вы зажмете седло коленями, и байк не упадет, и главное еще наклоняться, корпус наклонять наперед. Но это вы знаете из других видео. Я вам сейчас покажу. Вот, видите? Вот, видите? Я как-нибудь крутанул и приземлился, зажал седло, и ничего не случилось. Поэтому, надеюсь, мои советы вам помогут.